встречались с владельцами, руководством средств массовой информации и также с ведущими журналистами каждого издания. Мы провели 25 встреч. Мы приезжали в каждую редакцию газеты, на каждый телеканал и на каждую радиостанцию. Мы очень остались довольны. Дело в том, что владельцы газет, радиоканалов и телестанций в Турции, это у людей обычно это побочный бизнес, дополнительный. Это в основном бизнесмены. И владельцы прекрасно понимают, что это развитие для региона, это дополнительные доходы для них.